They're holding to the hangar. Угу. Ну чё, как обычно или как обычно? Самая моя любимая смена. Самая моя любимая смена. Ночь. Да, в чем косяк? Угу. Что в том, что направо поворачивать, я толком не могу. Ты вообще, в принципе, поворачивай толком не можешь, когда ты завис. Че завис? Когда ты вот это включаешь, вот это зависание, то в принципе толком не поворачивать не можешь. Ну, правильно. Поверни. Давай. Давай. Удачных выходных. Нормально. Сплавизор видит сквозь железку. Прикольно. Да ну нас. Как это мне умерло? Может уже можно садиться проводить зачем? Значит, садиться надо где-то поближе. Давайте вам туда он сесть. А, да, но вас во время возврата от нас здесь был выбор. Отличное место приземления, я считаю. Я так не считаю. Не просто стул вообще не так. Не, ребят, не для вас чудный калашников. Откуда звук? Ух ты! А. Да, в меня РПГ принесло. Дерьмо.
Да. Ну и где у нас тут подъем наверх? Не добежал. Ну, смотря что хотите. Я хотеть лифт. А лифт не хотеть тебе. Потому что там крыша. И? И как хуй ты подберешь оттуда второй курс? А я что по-твоему сделал? Добро погрузить номер один. Так. Это что за заявки? Слышите, бордоводы, умри. Распущайся. Да, теперь интересно, просто мне тебе разобраться. Нет, ну почему мимо-то опять? Ты это делаешь? Это свидос. Ага. До свидания, Бугерт. Ну так он не боил. Дайте будут погонять. Я покатаюсь, я там. Хотя... Жлобы. Не говори. Ну чё, на чём полетим, поедем. Причём упал ты точно в круг. Номер 10. Яблочко. Еще дальше нельзя было запарковать. Побежали к нашему. Че я это вот работу съезжу? Сведу. Это, конечно, тут приземление в десяточку. Боже, да вы сегодня закончите, селика. Слушайте, ребят, у меня есть тяжелый пулемет с бронебойными патронами, если вам не нравится. Ребята за пулу километра генерируют. Ты думаешь, что я там полетел? Нет, один он умный. Да, он поднялся на гене.
Look at us! Блять, Рон, сука. Умирал ясен хуй. Груз в грузовом отсеке. Понятно, потому что вы его туда положили, сука. Адмирал ясен хуй, блядь. Epsilonists. Ponzi scheming sadists playing on the sad and desperate? Or helpful folks who've actually met our alien overlords. That's an exciting debate for another day. The cargo's loaded into one of their aircraft at the Rockford Hills Center. You get past security, you get it, and you get back. Миссия, в которой не дали никакого транспорта. У тебя уже была эта миссия? Нет. Тогда ты тоже, да, сидишь и ломаешь голову. Миссия, в которой не дали транспорта. What the fuck? Хотя я, кажется, подозреваю, что это за миссия. Говорится, есть смутное подозрение, что это за миссия. Тебе озвучивать или сам пойдешь? Настолько смутное, что даже ничего не дали. Я подозреваю, что это одноместные вертолетики. Мы садимся или прыгаем? То ли я дурак, то ли вышло так. Там стоит белый бузер. Где? Повернись. А, я понял. Поворачивайся. Здравствуйте. Вертолет наш можем забирать. Как босс уселся. Если подожди. Да, я пристрелю хоть кого-нибудь. Нет, ты видел просто это такой королевский спуск. Проебать бомбу или пучку. Получить пизды от хуйзола. Понять, что все схочется из вертолета. Да, Денис. Ну, пилотирую, это я лучше. Ну что там за идиоты за нами летают? Не знаю. Автограф хотят. Ну, блять, это, конечно,
проебать бомбу и почку получить пиздец хвостного винта, обидеться улететь. Ты долго будешь этот момент на повтор ставить? Не знаю. Я знаю. Вот если бы мы записывали вот этот момент с этот прыжок, прыжок тебя! А что это кнопочка делает? Казённый вертолёт. Точнее, не казённый, спизженный. Тогда особо никаких... Не, этих не было. Ну вот этих всех. Да, мы тогда просто ржали. Упс. Стоимость груза в ангаре 330 тысяч. У меня, по-моему, только антиквариата больше, чем уже на 330 тысяч. По крайней мере, я на это надеюсь. Блин, залезь да посмотри. 334 тысячи. Mm-hmm. Чистого антиквариата. Какой нафиг там баб. Да, чувствуется, что набирать полный каргохол одного этого. Что там? Бля! Ну я знаю, куда я полечу. Ховард Ховардом, блять, а Альфа Z организация уничтожили авиагруз. Проебал кто-то груз. Нет, это кто-то помог. Ну да, как в нашем случае, помнишь это? Ты как уничтожил груз? А, ну на него вертолет упал. Я подозреваю, что вот такие же помощники были. Блять, не мог проебал.